рассказ мастера из Нижнего Новгорода, заслуженного художника России. Ким Шихов – фигура удивительная. В свои 80 лет он показывает зрителю, как важно любить жизнь и постоянно ей наслаждаться. В детстве окрыленный Ким хотел стать летчиком, но для здоровья безопаснее оказалась кисть. У меня нет призвания художника. У меня очень много моих коллег и соучеников, и потомцев, которые гораздо одаренные, которые по призванию художники. У меня характер несколько другой, это у меня профессия. Я выучился на художника. В работах Шихова нет восторженного оптимизма и переизбытка чувств. Автор скуп на детали, пространство строит на ритме контрастных плоскостей цвета. Его работы лаконичны и строгие, но оттого не лишены глубины и лиричности. Художник знает, чем привлечь зрителя. Портреты у него исключительны тем, что он уже эту точность рисунка, жесткость, он как бы ее делает эту точность и жесткость живой. Вот это трудно представить. Вот сейчас мы стоим рядом с портретами музыкантов, в которых это ясно выражено. Простейшими совершенно средствами, внешне простейшими, он достигает колоссального совершенно впечатления. То есть он не просто даже действует на чувства зрителя, он реально, его работа реально содержит очень глубокие, неоднозначные, широкие мысли. Многие искусствоведы приписывали Шихову разные, как он говорит, обзывания от формалиста до ретрограда. Творческий путь шел тяжело. На выставке художник пробивался долго. Теперь он признан и в первую очередь за свое прямодушие. Как я чувствую природу, как я вижу людей, так я и пишу. А что это, не знаю. Потому что все говорят, что я художник сурового стиля 60-х годов. Никак не понимаю слово «суровый стиль». В 2005 году Шихов получил звание почетного гражданина города. Вскоре на отдыхе в санатории он написал картину «27 декабря». Тогда зима оказалась на удивление теплой, но стоило только...